ambassador of the Republic of Belarus to the Lithuanian Republic, Mr. Valery Varanovsky. Он ушел. Ушел? Да. На встречу. У него встреча 12. So, unfortunately, the ambassador is too busy. That's why let's begin. My name is Viktor Stanovich. I represent the National Tourism Agency. And now I would like to give a brief presentation of our country. У меня просто презентация на английском языке. Рядом с озером, и каждый, кто туда сможет приехать, будет восхищаться природой, которая его окружает. Также, что очень важно, рядом с Минским замком уже открылись гостиницы и полная инфраструктура для того, чтобы провести там не только один день, а приехать на несколько дней. Следующий это маршрут, который сейчас стал безвизовый, это Новогрудок. Новогрудок это также город, с чего начиналось Великое княжество Литовское. Именно в Новогрудке есть гора Миндовка, замковая гора, гора курганы памятник Адама Мицкевича. Новогрудок это город, в котором сплелась история Белоруссии, история Великого княжества Литовского. Именно там работал Адам Мицкевич. Следующее по маршруту, что можно посетить, это Березовка. Березовка – это уникальный город, где работает единственный в Беларуси завод, который производит хрусталь. Замечательные хрустальные изделия, бокалы, фужеры, вазы вы можете не только приобрести в фирменном магазине, но а также, что очень важно, это посмотреть, как они делаются. Сохранены настоящие ручной работы. Весь цикл производства, что делает каждое изделие уникальным и неповторимым. Также после экскурсии вы не только получите подарок от завода на память, это хрустальная вещь, но и сможете их купить. Хрустальные изделия Лицкого Гродненского завода популярны абсолютно на весь мир и экспортируются во все страны Европы и также страны дальнего зарубежья. Именно в процессе данной экскурсии вы сможете ощутить, как это все производится и насколько индивидуальные вещи вы можете иметь. После Березовки вы сможете посетить Лидский замок. Вообще город Лида и Лидский замок это также древнейшие города Республики Беларусь. Это города, которые были известны в Великом княжестве Литовском, в Речи Посполитой, в Российской империи. Замок, который стоит в Лиде, это построен князем литовским Гедемином. Он выдержал 7 веков. Сейчас также он отреставрирован и уже предлагает гостям уникальные программы. Это свадьба Егайла, это рыцарские бои и очень много анимационных программ, которые действительно сделают отдых вас и ваших туристов незабываемым. Ну и, конечно же, Венец – это Гродно. Гродно, я думаю, что уже все вы были, многие знаете, многие отправляли уже туристов. Но тем не менее, я вам хочу сказать, что Гродно постоянно развивается. Гродно каждый раз открываются новые гостиницы, расширяется ассортимент предлагаемых музеев, изменяются постоянно новшества по экскурсионным маршрутам. Потому что, например, сейчас полностью реставрируется старый замок и делается такой, какой он был при Стефане Батори. Вкладываются огромные средства, но это делается действительно реставраторами Польши, Литвы и Беларуси. Также уникальный новый замок, который у нас в Гродно расположен, который вы можете посетить, полностью сохранен зал, где подписывался третий раздел Речи Посполитой. Костел святого Франциска Ксаверия, которого строительство началось в 1687 году, и в 1705 году на его открытие приезжал Петр I. Большая хоральная синагога. Также очень важно, что в следующем году в Беларуси будет проходить чемпионат мира по хоккею.
И уже сейчас те, кто занимается туризмом, мы бы рекомендовали подумать о подготовке программы бронирования гостиниц для того, чтобы не только посмотреть хоккейные матчи, но и совместить их с экскурсионными маршрутами. Так как показал прошлое проведение хоккейного турнира в Республике Беларусь, он крайне популярен и интересен для всех граждан Европы. И я уверен, что для граждан Литвы будет особенно интересен. Мы организуем полностью туры, бронирование гостиниц, бронирование билетов на матч и полное экскурсионное спортивное сопровождение. Также сейчас все больше популярность набирает гастрономический туризм. Так как Гродно очень сильно развивается в плане инфраструктуры для туризма, открываются ежемесячно новые рестораны, кафе, бары. Все это можно хорошо совместить с гастрономическим туризмом и действительно раскрыть Беларусь через ее путь. По итогам 2019 года компания «Студия отдыха» стала лучшей туристической компанией по приему граждан в Республику Беларусь. Поэтому мы вам можем предложить абсолютно широкий спектр гостиниц, экскурсионных программ, трансферов. Если у вас, например, ваши туристы хотят отдохнуть в санатории, мы организуем трансферы в санатории Беларуси из Вильнюса, из Друскинкая, из Каунаса. То есть мы нацелены на то, чтобы полностью взять все вопросы по Республике Беларусь, по организации маршрута, по бронированию гостиниц, по бронированию питания, а также по приезду ваших туристов в Республику Беларусь. Большое спасибо. Санатория Бересте. Thank you.
кафедры достопримечательности Клещи. Приглашаем всех на отдых и лечение крайности регион Беларуси, санаторий Брест, Татарстан. Спасибо. Если есть какой-то вопрос. Температуры кожи определяет заболевание.
Достаточно большая номенклатура косметологии терапевтической. Вы здесь видите обертывание массажа маски, поверхностно-механический пилинг лица. Тоже достаточно востребованная процедура. Процедуры физиотерапевтические тоже, помимо стандартных, скажем, таких процедур, которые, наверное, есть везде, это светолечение, электролечение, теплолечение. Значит, есть такие вот, как достаточно востребованные, как карбоксотерапия, криотерапия, значит, есть ударно-волновая терапия, лечится, и вот флатер, ну, как показывали, и вот, значит, мы освоили физиологическое типирование. Это больше из спортивной медицины пришло, то есть фиксация суставов, фиксация руки для при каких-то выпеках и растяжениях. Стоматологические услуги, тоже у нас современное оборудование, установка Азимат-2 и врач первой категории осуществляют услуги. Возможно также по стоматологии, возможно и протезирование. У нас заключен договор с городской стоматологической поликлинике об услугах, и мы можем по записи протезировать детей в этом городе. Тренажерный зал, видите, значит, полностью оборудован тренажерный зал как внутри помещения, так и на улице. В летний период, конечно, будет на улице. Аквацентр «Неон», открыт в 2017 году, совсем новый. Это комплекс водных услуг, значит, практически три дорожки по 20 метров, значит, подводные массажи различного типа, значит, зона саун, это, видите, хамам и финская сауна, и лобби-бар, также устроен в самом аквацентре. Значит, на природе есть возможность для активного отдыха. Это и организован прокат различного рода, то есть, видите, велосипеды, лодки, в непосредственной близости от Муховца, берега Муховца расположены. Значит, также шведская ходьба, мангалы, ну и другие развлечения. Отличительной особенностью нашего санатория является мини-зоопарк. В зоопарке представлены, видите, олени благородные, значит, козел, горный камерунский, фазаны, золотой и серебристый, кролики, еноты и ряд других более распространенных животных. Тоже детям очень нравится. Экскурсионные маршруты у нас тоже разработаны, так как санаторий находится в непосредственной близости от ряда городов, как я называл, Брест, Жабинка, Кобрин. Разработаны экскурсионные маршруты в город Брест, Беловежскую пущу, Кобрин, страусиная ферма, это тоже под Кобрином, и Свято-Успенский, Жировичский монастырь. Возможно также организовывать индивидуальные экскурсионные маршруты в Нежский замок, Мирский замок и другие территории. Санаторий входит в также туристско-рекреационную зону безвизовую. И, в принципе, тоже мы имеем возможность, являемся турагентами, имеем возможность оформлять эту безвизовую поездку к нам в санаторий. Ну, у меня все. Спасибо за внимание. Для посещения, само предприятие открыто для посещения организованных групп. Ну и, к слову сказать, директор завода, генеральный директор Аудиус Микшиц, это ну, тоже для вас как медом, так или хорошим пивом полит, имя, фамилия, с удовольствием принимают литовские группы. И наш проект, который называется «Замок пива Старый Млын», в конечном итоге выведет вас на старую мельницу, которая находится между Лидой и границей в деревне Дворище. Старая мельница, это воссозданное нами здание 19 века, оно было разрушено, мы его реконструировали. И там проходят разные анимации, дегустации, активный отдых, велосипеды, лошади, тематические какие-то тематические проекты. Ну и ладно. Гарвест, да.
город, о, вот он, вот пошли. Что наш город территория не только, не только комфортного, но и вкусного туризма. Вот тематическое мероприятие, да. Хочу пригласить вас на наш стенд 429, где можно выпить, выкусить, попробовать вкусно. Крымское пиво, блинчевочка и все, что рядом. Вот она как раз целиком. Оказывается, эта проблема не у Бабини, это руки такие. Кто-то спрашивал, когда же наконец мы были в Лиде, когда еще памятника не было. Да, уже памятник Гедемину в Лиде построен. С удовольствием наш общий предок встречается с литовцами на нашей территории. Рыцарские турниры, байк-шоу. Все это для вас и ваших туристов. Масленица, свадьба короля Гала, которая перенесена в замок, из замка на нашу мельницу. Коллекция утюгов, коллекция различных там, предметов, несколько сотен экземпляров, одна из богатейших в Беларуси. А мы уж постараемся денежку заработать. Спасибо. Да. Ну вот я захочу съездить в Литву. Да. Ваша задача связаться с нами, взять наши контакты на стенде или сейчас, отправить свой скан своего паспорта, нам нужно на электронную почту, и все. И через 15 минут документ будет у вас, который позволит въехать. По закону, по правилам, турист должен приобрести не менее двух услуг. То есть само оформление бесплатное. Оно не должно, не должно браться деньги. Но вы должны приобрести две услуги. Одну из них туристическую, и одну из них или проживание, или транспорт. И стоимость этой услуги будет зависеть от того, какие услуги вы купите. Реально проживание в гостинице, реально там свадьба короля Ягайлы, сплав на байдарках или что-либо еще. Еще. Да. Благодарю компанию «Адрес Лето». Еще вопрос, Евгений, прошу прощения. Я пойду тут сейчас. Спасибо. Я приглашаю российскую компанию «Экспресс Текс». Можно посыл? Мы занимаемся дисциплинарным отъездом и со всеми сопутствующими элементами. Это познавательный туризм, тоже наши много говорили, очень много говорили, есть что показывать, и общая история. Вот коротко мы на этом фильме. Но я акцентирую свое внимание, что мы занимаемся медицинским туризмом. Это имеется в виду медицинские учреждения, крупные медицинские учреждения, которые имеются в Гродно. Их там 8 медицинских учреждений, это государственные, естественно, медицинские учреждения. Мы принимаем туда больных. Вот первая стоматология. Стоматология в Беларуси, ну, в частности, в Гродно, это очень высококвалифицированные врачи, очень хорошая техника, но и самое главное, ну, может быть, не самое главное, но цены. Цены значительно ниже, чем в Литве, это однозначно. Импортация, там, изготовление коронок, и никаких очередей, естественно, нет, потому что по заявкам, заранее порученным от вас заявку, мы бронируем места. Перитональный центр, крупные медицинские учреждения. Ну, это касается мужского здоровья, женского здоровья, пластической хирургии, эстетической хирургии. Тоже коротко. Thank you.
Спасибо весь парк. Комфортное обслуживание. Такое внимательное, доброжелательное. Кардиология, кстати. Кардиологический центр, ну, один, наверное, лучший из Беларуси, оснащен современной техникой, квалифицированными врачами. Я должен сказать, что через кардиологический центр мне, к сожалению, пришлось тоже пройти с инфарктом, шунтированием. И вот что касается цен в этом учреждении, могу заверить вас, что, ну, скажем, мне 3 шунта поставили, судя по всему, это где-то бесплатно, но, судя по всему, это где-то порядка 4000 евро. А поскольку я вот в клинике Вильнюсской интересовался, хотел сначала работать с клиникой кардиологической Вильнюсской, но, смотрю, ничего не получалось, там цена... Ну, порядка 10-12 тысяч за то, что мы платили там у себя. Или стоит у нас 3-4. Это что? Я не знаю. А? Ну, кардиология, естественно, оснащена, как и все другие клиники современные, очень дорогостоящим и эффективным оборудованием. Обследовали специалисты, дали какие-то свои заключения, естественно. Тоже обследование очень такое эффективное и достаточно быстрое. Психиатрический диспансер, крупное медицинское учреждение, занимаешься лечением больных такими неприятными заболеваниями, конечно, как алкоголь, наркотики, игровая зависимость. И цены весьма приличные, не то что приличные, а весьма низкие для любых больных, но тем более там, где уровень жизни несколько выше, скажем, чем в Беларуси. Конечно, нельзя сказать, что пользуется у иностранных туристов такая услуга, поскольку это специфическая такая вещь. Санаторий «Жемчужина» – это второе наше направление, с которым мы работаем, санаторий. Санатории все фактически очень хорошего класса и с ценами, вот уже докладывали, от 20 евро за день до 125. Вот санаторий «Жемчужина» – это рядом с Гродно, в лесном массиве с широким кругом различных процедур, с хорошим оборудованием и с хорошими ценами. Испытания, вот мы принимаем достаточно много людей с питанием отличное. И вот уникальный санаторий, один из санаторий, потому что там у нас их гораздо больше, Альфа-Радон. Это радоновые ванны, это, естественно, там, это вода радоновая, это сапропелевые грязи, но и природа, удивительная природа. Дело в том, что этот санаторий находится в таком весьма экологически чистом месте. Питание, я был недавно там, на удивление разнообразное и хорошее питание. Спасибо. Помимо санаторно-курортного лечения, оздоровления, мы также оказываем услуги по организации бизнес-встреч, в том числе содействуем вашему участию в достаточно популярном в нашей стране
Гомельского экономического форума. Также проводим медицинские и иные семинары, культурные мероприятия. Что хотелось бы отметить, с нашими партнерами, турагентами, туроператорами мы работаем по договору комиссии. И также в этом году мы еще предлагаем 10% скидку для групп для юридических лиц. Если кого-то интересует это предложение, я еще остаюсь здесь, мы можем все это обсудить, документы тоже на руках, завершим обмен визиток и так далее. Приглашаем вас в наш санаторий, и хотелось бы вам еще показать небольшой ролик, он буквально 56 секунд. Уже 56. Ну, громкости я не вижу, но я думаю, достаточно кадров. Значит, у нас номера представлены как однокомнатные номера, двухкомнатные номера, люк с собственными кухнями, широкая линейка различных процедур. Свои источники минеральной воды позволяют принимать ванны с минеральной водой, так используются для питья. Очень популярная процедура криосауна, только что вы могли наблюдать, которая может подойти даже для детей. Одним из наших преимуществ является то, что не каждый даже санаторий имеет в своем наличии крытый бассейн, который вы можете посещать через крытые переходы. Приглашаем на отдых, лечение. Санаторий «Машиностроитель». Спасибо за внимание и всего вам хорошего. Спасибо. Подключение «Машиностроитель». Приглашаю представителя туристической компании «Автоматизированные технологии Тур». Добрый день, меня зовут Анастасия, и сегодня я хочу вам представить одного из самых крупных инкаминговых туроператоров в Беларуси – автоматизированные технологии туризма. Те, кто уже работал с Беларусью, с вероятностью 99% знают наши интернет-ресурсы о санаториях, санатории Бай, и экскурсиях, экскурсии Бай. Наша компания на рынке уже более 13 лет. Мы знаем Беларуси все. Несколько раз в месяц наши специалисты выезжают на объекты, знакомятся с новинками, снимают ролики для нашего YouTube-канала и обновляют информацию на наших порталах. Наше предприятие может организовать все виды отдыха в Беларуси, однако ключевыми нашими направлениями являются экскурсионные туры и санаторно-курортное лечение. Начнем с моего любимого – это познавательный туризм и экскурсионные туры. Ежегодно мы обновляем наши стандартные программы, добавляем в них что-то новое. Мы организуем еженедельные экскурсии из Минска, ежедневные однодневные экскурсии по Минску. Также мы организуем сборные группы из города Бреста по Бресту. Группа у нас организуется даже в низкий сезон, и выезжаем мы на экскурсии даже от 1-2 человек. Самый популярный маршрут «Мир Несвеж» мы проводим 4 раза в неделю, даже по понедельникам. Сборные экскурсии на английском языке мы проводим с использованием радиогидов, и они также гарантированы. Неизменным и все более растущим интересом пользуются экскурсии на производство. Уже не первый год мы организовываем экскурсию на завод «БелАЗ», где у туристов есть возможность прокатиться. И хочется анонсировать новинки этого года. Мы будем организовывать экскурсии на Минский тракторный завод, где у туристов будет возможность собрать реальный трактор на конвейере. И экскурсия «Белорусские Мальдивы» – это цементный завод и великолепные меловые карьеры, которые находится недалеко от Волковыска и сейчас входит в зону безвизового режима. Также хочется отметить такие объекты, как Косовский дворец, он открылся в прошлом году после реконструкции, ну и Ильинский замок, о нем вам уже рассказали, там можно организовать анимационные экскурсии.
Также мы тесно сотрудничаем с разноплановыми творческими коллективами и под запрос можем организовать любую из развлекательных программ. Многие комплексы также организуют анимационные программы, например, в комплексе «Линия Сталина» организуются военно-исторические анимации, где можно поучаствовать туристам. Также там туристам предлагается прокатиться на настоящем танке. Еще хочу представить вам стандартные наши еженедельные программы. В маршруты включены основные и наиболее популярные объекты. Повторюсь, что выезды на экскурсию и туры гарантированы. Хочется отметить, что санаторно-курортный отдых является для нас важным, так как именно с этой сферы начинало работу наше предприятие. Именно автоматизированная технология туризма собрала и показала всю информацию о санаториях и открыла их для массового туризма. Сегодня в стране около 107 санаториев, с которыми мы работаем, и они предлагают не только традиционное лечение, но также уникальные методики и процедуры. Наши специалисты всегда смогут подобрать санаторий для клиентов под запрос. Санаторий будет подходить по цене клиенту и также ему там предоставят качественное обслуживание. Отдельно хочу уделить таким уникальным объектом оздоровления, как спелеолечебница. Она находится в выработанных калийных шахтах, и сеансы проходят на глубине 420 метров. Также у нас есть такие два уникальные объекта, которые находятся на месторождении радоновых вод. Это санаторий «Радон» и санаторий высокого класса «Альфа-Радон». Также мы сотрудничаем со многими базами отдыха, можем там организовать отдых. Есть у нас в Беларуси как небольшие колоритные усадьбы, так и многофункциональные комплексы на 400 мест. Мы можем предложить гарантированные квоты даже в такие популярные периоды, как летние и новогодние. В завершении обзора наших направлений пару слов об охоте. У нас открыта охота на многие виды животных. Для интересующихся на нашем сайте belhunt.by вы сможете найти календарь охоты с разрешенными сроками на каждый вид. При формировании охот-туров мы оказываем следующие услуги. Оформляем разрешение на ввоз оружия, встречаем туристов на границе со всеми необходимыми документами, размещаем их в домике охотника и после проведения охоты сопровождаем их и их оружие на границу. А теперь, почему же вам стоит записать наш email и запомнить название нашей компании. Автоматизированная технология туризма – это не только крупный туроператор. Это и сеть крупнейших информационных ресурсов о Беларуси. Если вас интересует отдых в Беларуси, то у нас вы найдете то, что ищете. Мы единственные, кто предлагает онлайн-бронирование через партнерскую панель BroniBuy. Там вы сможете найти всю актуальную информацию по наличию мест и по ценам. Среди внутренних туроператоров Беларуси это редкость. Так как у нас в штате свой отдел разработки и техподдержки, мы в состоянии оперативно предоставить вам доступ по API к нашим графикам и подключить автоматический прием заявок с сайта в кабинет агента. Это особенно актуально для сборных групп. Спасибо большое. Буду рада ответить на все ваши вопросы. У кого есть, не задавайте. Спасибо. Благодарю туристическую компанию «Профессиональные технологии туризма» и приглашаю сегодняшнего нашего последнего, самого стойкого участника. Спасибо. Это сеть отелей «Виктория». Национальная сеть отелей Беларуси, сеть отелей «Виктория». Благодарю вас, что дождались почти окончания данного мероприятия. Специально для вас у меня есть небольшая викторина. Есть два подарка, и получат их самые эрудированные, самые быстрые, самые стойкие наши друзья. У меня есть для вас два вопроса. Кто первый ответит, тот получит подарок. В прошлом году, в
Беларуси состоялось одно из крупнейших мировых спортивных событий и самое крупное спортивное событие в истории суверенной Беларуси. Какое это мероприятие, как вы думаете? Правильно. Молодцы. Специально для вас у нас есть подарок. В прошлом году наша организация, сеть отелей «Виктория», или как мы юридически правильно называемся, «Куб бизнес-центр столица». Я достану, покажу памятный альбом. Мы выступали одними из главных действующих лиц на данном мероприятии. Организовывали питание на этих играх. Скажите, это вам? Изначально, скажем, было сомнение у международных экспертов, олимпийских комитетов, что кто-то в Беларуси сможет потянуть организацию такого мероприятия, потому что нужно было кормить круглосуточно более 5000 спортсменов. Планировали привлечь кейтеринговую компанию из Европы, ходили разговоры, что из Москвы приедет компания, которая организовывала чемпионат мира по футболу, там организовывали питание. Но затем все-таки решили отдать своим белорусам и доверили это право нам. И без ложной скромности скажу, что справились мы с этой задачей на ура. Были только положительные оценки. Олимпийские комитеты сказали, что впервые не было нареканий на питание. Так что если приедете в наши отели, будьте уверены, что с питанием проблем не будет, что будет организовано все на высшем уровне. Есть еще один у меня подарок. Наша сеть отелей достаточно молодая, но может кто-то знает или кто-то угадает, в каком году открылся наш первый отель. Давайте, активнее, друзья. Раньше немножко. 60. Еще чуть раньше. Правильно. В 2007 году открылся наш первый отель. И тоже памятный альбом. Вот недавно у нас было десятилетие. Хотим преподнести вам в подарок. Держите, это вам. Теперь можем перейти уже к презентации. Я долго вас задерживать не буду. Сеть отелей «Виктория». Крупнейшая сеть отелей Беларуси. 5 отелей у нас, все находятся в Минске. 3 из 4 звездочных отеля, 2 тройки. Так, перейдем к презентации. Так, на что мы здесь? По стрелкам. Что-то не работает. Может, пульт? А, вот пульт. Первый наш отель, отель бизнес-центр «Виктория», который открылся в 2007 году. В свое время он был самый современный отель. 165 номеров у него. 5 конференц-залов, 2 ресторана, 2 банкетных зала, сауна, казино. Паркинг на 300 машиномест. Номера как одноместные, так и двухместные, люксы, апартаменты есть. Широкие конференц-возможности, часто принимаем масс-мероприятия, бизнес-мероприятия, банкеты, фуршеты, паркинг на 300 мест, как я уже сказал. Рядом с отелем «Виктория» находится его второй корпус, более известный как отель «Виктория СПА». Открылся он уже в 2014 году в преддверии чемпионата мира по хоккею. Здесь уже 256 улучшенных номеров с большей площадью, более комфортные. Все номера с шикарным видом на проспект. Также есть свой спа-эстетик-центр «Виктория» с широким набором физиотерапевтических, косметологических услуг. Есть свой бассейн с аквазоной, 22 метра бассейн, 2 сауны, 2 джакузи, кардиотренажеры, рестораны, также конференц-залы. Ну, вот шикарный вид, вот такой вот открывается из номеров. На дворец, в том числе независимости. Рядом находится торговый центр «Замок». Сейчас построился крупнейший уже в Беларуси торговый центр «Палаццо». Тоже в пешей доступности он находится. Третий наш отель – это отель «Виктория Олимп». Он находится также по проспекту Победителей, возле крупнейшей ледовой арены страны.
Минск-арены, он в основном используется для размещения спортивных команд, официальных лиц. Шикарные номера, 238 номеров в отеле, тренажерный зал, рестораны, банкетные залы, современное оборудование, видеостена, это конгресс-холл Барселона, также есть свой спа-центр, ресторан «Олимпия». Также у нас две трехзвездочные гостиницы, это отель «На Замковой» и отель «Монастырский». Это, можно сказать, люксовые трехзвездочные гостиницы, можно сказать, бутик-отели, они находятся в самом центре города. Предлагаю тоже широкий спектр услуг. Так быстро пролистаем. В конце хотел бы сказать, что мы активно работаем с Прибалтийским регионом. Запрещены у нас договора и с литовскими, в том числе, турфирмами. За 2019 год мы уже приняли 2000 туристов из Литвы. Активно к нам приезжают спортивные команды. Жальгирис, вильнюсовские, постоянно к нам на сборы приезжают. Баскетбольные команды. Будем рады всех видеть в наших отелях. Звоните, пишите, подходите, пообщаемся после презентации. Еще один особо важный момент хотел бы обратить внимание. У нас в отеле Виктория, Виктория Спа, изготавливается наш фирменный напиток «Клюковка». Клюковка. Рецепт уже долгие годы хранит в секрете наш директор Синяк Андрей Павлович. Только сегодня вы можете подойти после презентации его попробовать. Вкус необыкновенный. Вот. И для гостей наших отелей он тоже подается. Можно на баре заказать вот такой вот классный напиток. Подходите, обязательно попробуйте. Всем спасибо за внимание и хорошей вам выставки, хорошей работы. Подходите, всех жду. Спасибо.